Приветствую вас, уважаемые друзья! Хочу представить вашему вниманию модель фирмы MiniArt GAZ AAA. Модель 1940 года. Довольно неплохой набор, интересная коробочка. Набор 2012 года. Коробка такая глянцевая. Даже можно сказать, очень сильно глянцевая, но не сильно крепкая. Крышечка, как видите, мягкая, но бока усилены. Также низ сделан с прочного картона. И я думаю, пересылку по почте данная коробка перенесет без проблем. Как видите, все запаковано в один большой пакет. Сейчас мы его распакуем и продолжим обзор. В наборе более 400 деталей. Очень много литников. Сейчас мы их пересчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, еще в этом пакете, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 литников вместе с литником из-под прозрачных деталей. Набор такой довольно серьезный, я думаю, для начинающего моделиста будет собрать его сложновато. Такая вот глянцевая, хорошая, красивая в виде книжечки инструкция. Мне, конечно, очень нравятся инструкции у MiniArt. Сделаны реально качественно и красиво. Очень хорошая инструкция. Все схематично, очень хорошо показано. И я думаю, во время сборки у вас проблем не возникнет. Все очень понятно, очень подробно отпечатано. Сама модель довольно интересная, легендарная, легендарная полуторка, только с более повышенной проходимостью, так как здесь два задних моста ведущие. В наборе даны две фигурки: водитель и пассажир. Солдаты уже даны после 43-го года. Как видим, по погонам, медали у них на груди, что не может радовать моделистов. Все-таки интересно, когда в модель можно посадить и водителя, и пассажира. Под диораму самое то. И что очень порадовало, такая вот глянцевая, красивая, цветная схема окраски автомобилей. Лето Красной Армии 42-й год, зима 43-й год. Здесь ГАЗ ААА трофейный, Восточный фронт, неизвестная часть вермахта. И здесь то же самое. Да, очень машин много было захвачено трофейных немцами в начале войны. Ну а теперь подробно рассмотрим литники. Очень хорошо видно качество литья. Все очень добротно отлито. Даже мелкие тоненькие детальки отлиты великолепно. После видео, друзья, будет фотосессия. Более подробно там можно будет все рассмотреть. Литник с элементами кабины, крылья, подножки.
мелкие пластиковые детальки, тонкие, как хорошо отлиты. Не каждая фирма может этим похвастаться. Литье на высоком уровне. Ну, главное, чтобы пластик был не очень хрупкий. Потому что тонкую деталь будет проблематично срезать с литника. Облоя утяжен не обнаружено. В наборе несколько одинаковых литников с колесами, с дисками, с покрышками. Покрышки, как видите, собираются с нескольких частей. И неплохо выполнены. Даже просматриваются надписи и узоры на покрышке. Хорошо выполнены диски. В целом очень все интересно. Одинаковых литников здесь 6. Литник с элементами кузова. Очень хорошо здесь изображена древесина. Покрасить, сделать смывочку, фильтры, и будет очень красиво смотреться. Набор самодостаточный и очень интересный. Литник с фигурами солдат. Очень понравились, как выполнены лица. Усатый такой дядька, похожий на Чапаева. Пилотки неплохо выполнены. Гимнастерка, медали. Здесь даже прослеживаются или просматриваются какие-то значки или ордена с правой стороны. С левой на колодках медали. Здесь звание старшего сержанта. Ну а здесь лычек не видим. Ну, скорее всего, конечно, это рядовой. Литник с дверями. И два одинаковых литника со всякой вообще очень-очень мелкой и ажурной мелочевочкой. Здесь все хорошо выполнено. Рессоры. Какая-то скатка. Два одинаковых литника. Платка фототравления. Деталей фототравленных не сильно много, но они присутствуют. Очень хороший литник из прозрачного пластика. Прозрачность мне очень понравилось. Примерно, чтобы было видно вам. В
Фары очень хорошо выполнены. Набору из 10 баллов дам все 10. Вот такая небольшая декаль. Декаль выполнена фирмой Бегемот. Если вам, друзья, модель понравилась, вы можете приобрести ее в магазине «Я моделист». Ссылочка будет в описании под видео. На этом, друзья, буду заканчивать. Набором я очень доволен. Набор сделан качественно и рекомендую к покупке. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. Дальше будет фотосессия.